В Кургане сотрудники областного управления наркоконтроля поймали сбытчика синтетики. 35-летний житель города осуществлял незаконную деятельность с помощью интернет-ресурсов, средств электронной связи, карт для электронных платежей и наркозакладок. Наркополицейские задержали мужчину у одного из домов в микрорайоне Заозерном. Несколькими минутами ранее он оставил в подъезде так называемую закладку – пакетик с наркотиком, который сотрудники УФСКН обнаружили в одном из почтовых ящиков. Наркотики употребляем? Да, употребляем. Что именно? Скорость. При себе у гражданина оказались электронные весы, на которых он взвешивал незаконный товар. Пустые пакетики, мерная ложка. Для чего весы? Для взвешивания. Взвешивания чего? Пакетиков. Пакетиков. Покупаю скорость, чтобы не обмануться. Во время обыска в его квартире среди множества других вещественных доказательств оперативники УФСКН обнаружили и основную улику – пакетики с наркотиками. Интерес у наркополицейских вызвало вещество, находившееся в пакете и стеклянном флакончике. Задержанный пояснил, что это антибиотик, которым он разбавлял наркотическое средство «Скорость» для увеличения массы. При понятых поясни, что здесь остатки чего, какого вещества? Что находилось в этих пакетиках? Сафазолин. Что? Сафазолин. Это что такое? Антибиотик. В настоящее время мужчина заключен под стражу. По возбужденным уголовным делам началось расследование. Елена Швецова, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».